кастинг, встречи, соревнования с другими командами и образовательные мастер-классы от профессиональных актеров. Активные воспитанники Видновской театр-студии «Атмосфера» готовы усердно учиться и перенимать опыт у профессионалов. Все для того, чтобы достойно принять участие в молодежном проекте «Театральный поединок» и попасть в финал. Наши ребята будут заниматься до конца года, а в ноябре нас ждет фееричный финал, на который, я очень надеюсь, мы попадем. А до этого момента мы будем проходить кастинг, встречи, у нас будет много баттлов с другими командами и такие вот образовательные мастер-классы. Ребятам только предстоит постигнуть искусство импровизации. Одно дело играть заранее отрепетированные роли, другое – погрузиться в предлагаемые обстоятельства и придумывать этюды на ходу. Тренер по актерской импровизации Анастасия Калинина рассказала ребятам обо всех этапах и тонкостях поединка. Вот они у нас разберут 5 основных раундов, в которых они будут потом принимать участие. Это окей баттл, предметный раунд, немой раунд, экспертный раунд и скульптурный раунд. Одно из заданий – предметный раунд. Ребятам нужно импровизировать с предметом, обыграть его так, чтобы зрители догадались, о чем идет речь. Такие упражнения помогают стать более раскрепощенными, быстро принимать решения в любой ситуации, учиться партнерству и взаимодействию. Мы по одному не будем управлять? Нет, мы сразу все работаете. Вячеслав Иванов занимается в театр-студии «Атмосфера» всего год. Юный актер готов прокачивать свои творческие способности и вместе со своей командой выйти в финал. Волнение, конечно, есть, но я надеюсь, мы справимся, дойдем до финала, хотя бы до финала. Не обещаю то, что мы его пройдем, но надеюсь, дойдем до финала хотя бы. Уже в середине апреля у ребят состоится первый поединок с другим театральным коллективом. Всего в 5-м юбилейном сезоне театрального поединка примут участие 32 команды из Московской области. Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.